Еще удивил меня конкурс, который объявили за логотип со слоганом «Фото и статья про курорт Лазурное». В принципе, я не должен был обращать бы на это внимание, если бы в группе Херсона они разместили события Херсона. Получается, что они ищут среди херсонцев, кто им сделает логотип со слоганом «Фото и статьи». Ну, я думаю, у нас же люди все хитрые в Херсоне и в области. Думаю, в чем же тут подвох? Зашел на условия конкурса, и оказывается, что все участники конкурса передают авторское право этой интернет-газете, или там, не может, не интернет-газете, а местной школе и еще какой-то организации тоже там. И получается, что победитель получит 1000 гривен, это 30 долларов, грубо говоря, за логотип со слоганом. То есть это может логотип быть на десятилетие со слоганом удачный. Использоваться для коммерческих целей, для чего угодно. И за 30 долларов так передает не только победитель, что было справедливо, а остальным оставить авторское право, а пришлют 50 логотипов, к примеру. И все 50 логотипов, раз ты участник, ты передаешь авторское право этим организациям или лицам, там, что указаны. И они дальше могут делать что угодно. А что такое логотип? Там 5-7 элементов, может быть, 3 элемента. И какой-то один элемент в одном удачный, в другом то удачный, в третьем логотипе еще один элемент удачный. И можно с них тоже сделать свой логотип или частично что-то сделать. Но одним словом, это, конечно, очень им выгодно. Фото, представляете, им пришлют 1000 фото и авторские права на фото передадут. Они могут в интернет-газете публиковать эти фото, плакаты, если фото в высоком разрешении. А статьи про курорт Лазурное, когда красивая статья, она стоит сама, может, одна статья 1000 гривен или больше. А тут им пришлют сотни статей, и они, получается, весь призовой фонд 3000 гривен. Это может 50 логотипов, 50 слоганов, сотни фотографий пришлют и авторское право передадут. И статьи передадут все авторское право. Но одним словом, конечно, житель Лазурного, это там какой-то средний молодой человек, учился в Херсоне, я глянул на его страницы, и он решил, что херсонцы то ли такие немножко, ну, сделают ему такой интеллектуальный подъем большой для его предпринимательства. Потому что там несколько интернет-газет есть в Лазурном, но я так их посмотрел, впечатления они на меня не произвели. И вот тоже за логотипы начали. Тоже попался мережа правового развития, правовая помощь, тендер на разработку дизайна сайта «Шерифы для новых громад». Ну, это громады организовываются, оплата безналичная, рекомендации, портфолио, прием до 3 мая. Указаны, кому сдавать. Что интересно, этот еще фонд милосердия и здоровья, ну, что показывать помощь, там же каждая копейка на счету. И получается, вот тут расшифровка тендера. Пришли им портфолио, то все. Контактное лицо. И вот у них есть, оказывается, IT-специалист. А зачем же вам IT-специалист, если он не может сайт, ну, сделать? На каждом хостинге есть конструкторы сайтов. WordPress, Drupal, сайт Белого дома на бесплатном конструкторе Drupal сделан. Этот конструктор позволяет обрабатывать запросы от 1000 пользователей там за минуту. И они сделали Белый дом на бесплатном конструкторе себе сайт. На WordPress у меня на YouTube-канале есть видеоуроки, как настроить меню, как все, тоже сайт делается за 10 минут. Если у вас есть IT-специалист, деньги получает, все, что ж вы, ну, деньги тратите, которые должны идти на правовую помощь. В интернете можно открыть, пожалуйста, тут эти шериф, картинки, к примеру, по шерифу.
открывай картинки, смотри, какой-то логотип удачный. Вот есть со шляпой интересная. Такую вот шляпу развернуть в другую сторону. Вот интересный под казака переделать. Есть с бесплатной лицензией картинки. Тут есть еще такие вот такие профили интересные шерифов, что, пожалуйста, бери логотип, все делай сайт за 10 минут и не трать деньги. Странно у нас это все получается, кругом эти тендеры. Так что тут видите, как у нас все. Куда-то мы не туда идем. Все любят тратить чужие деньги или получить какую-то выгоду. Ну, благодарю за внимание. Напишите, что вы думаете обо всем этом.